Здравствуйте, любители Sid Meier's Civilization 6! Представляю вашему вниманию FFA сериал «На восьмерых» на карте Пангея, в котором я играю за Шотландию. Да-да, продолжаем знакомиться с нациями из аддона Rise and Fall. Против меня будут Индонезия, Ацтеки, Испания, Персия, Япония, Египет и Нидерланды. Никаких запретов, все разрешено. Повторюсь, что играем с дополнением Rise and Fall. И традиционно прошу воздержаться вас от бессодержательных спойлеров, а также не оскорблять участников партии. На этом вступительное слово завершено. Приятного вам просмотра! Ну что, давайте смотреть, что у нас за местность и особенности Шотландии для начала. Можно объявлять освободительную войну после освоения плюс 100% производства и плюс 2 очков передвижения в течение первых 10 ходов после объявления освободительной войны. Класс. Счастливые города получают плюс 5% науки и плюс 5% производства. И они же производят плюс 1 очко великого ученого в кампусах и очкового инженера в промышленных зонах. Удваивается для городов в состоянии экстаза. Так, Горец — это разведывательный, поле для гольфа. Так, ну все примерно понятно. Так, тут у нас озеро. Здорово, это, кстати, тоже озеро, по-моему, да. Ну, то есть тут вполне можно ставить, кстати, город. Я даже не буду никуда ходить, потому что это у меня единственное место с пресной водой. Смысл. Так. Сразу строителя строить. Янтарь. Тут нужно животноводство будет. Мореходство. Давайте животноводство, наверное, откроем. А потом море... Блин, 10 ходов. Ладно, давайте я потом подумаю, на самом деле, что открыть и с чего начать строительство. Хотя можем вот нефрит еще обработать, горное дело. То есть не янтарь, а нефрит. Это горное дело, потом гончарку. Ну, пращника построим для начала. Рабочего чуть позже организую. Так, вот тут реку я вижу. Ну, это будущее, куда города ставить. Тут внизу река, видите. 2, 3. Ну, то есть предварительно пока давайте вот сюда, предположим. Место. Сейчас еще вниз пойду смотреть. Ну, да как-то сразу рабочего, я думаю. На всякий случай одну вот эту. Одного. Ух ты, сколько тут пшеницы-то. Нехило. Нехило. Так, а вот где руинки меня интересуют? Интересно, они когда-нибудь придумают, чтобы метки можно было ставить, и они привязывались к определенному городу? Типа ты выделил город, подсветились метки, которые в его границах. Нет, все карта будет светиться. Печально. А к границам города это никак не привязать технически, нереально. Надо смотреть, как они прописали их. У тебя очень. А у нас таймер динамический так и должен быть? Да. О, боже. Печально. Блин.
Хм. Ну ладно. Тут интересно. Типа, привет, Арчи. Как жизнь? О, так ты же мстить ему собирался в той игре, я помню. Я никого не вижу. Второй шанс. Мстить? Да зачем? Он вынесет меня. Он испортит всем игру. Так, ну вот по этим рекам надо только понять, как лучше города ставить. Ну, вполне и по этим рекам. Кайф испортить всем игру. Поставить города. Это вот, Лёша, на самом деле удобная штука, если бы метки подсвечивали, чтобы города, ну, было понятно, какому городу ты поставил метку. По-моему, классно. Особенно если их много. Ну то так я ими никогда не пользуюсь почти, потому что как раз. Сложно понять, для какого это города. Ну, это такая довольно специфическое улучшение, но... Ну, да. Ты же понимаешь, они тут много чего важного еще не исправили, а ты хочешь меток. Ну, что бы мне это не помечтать. То есть до сих пор непонятно, когда там договоры заканчиваются, знаешь. До сих пор непонятно, с кем ты торгуешь. Да я не разведал еще ничего. Сандра, друг, я вижу твои границы. Мы лучшие друзья на планете, на этой. Угу. Только наверх не селись. Ну, я справа. То есть, тут... 7 клеток все от нас. Да, только... Наверх не сидишь. Сейчас я посмотрю наверх тогда. Я тут рядом. Ну тут у нас не поместится два города. Возьму. И такое он себе будет. Мне говорят, что я редко общем, вот лучше, культурные клетки использую. Ну блин, ну тут одна еда всего лишь. Ну, как расти? Сделал Шунабина потише. Ну, очень близко, наверное. Да. Нужен ли мне пантеон? Можно, конечно, на пшеницу взять, но есть ли вообще там на пшеницу какой-то пантеон? Я вот не помню, честно говоря. О, чудо. Торрес дель Пайна. Здорово, это здоровское чудо. Я еще и первый ее открыл. Ну, давайте... Не знаю, что производство возьму. Или... Нет, давайте возьму. Попробую пантеон взять. Ты успел переключить на рост. О, Буэнос-Айрес, это отличная ГГшка, между прочим. Так, давайте здесь сделаем. Ну чё, как мы тут договоримся как-нибудь? Так, ну здесь надо тут где-то город ставить. Ну, блин, а что делать? Чтоб кто раз Дель Пайна поближе было. У меня внизу просто какой-то кусок говна. В принципе, вот эта верхняя река, она не лучше. Не знаю, ну, я вижу, тут равнинная местность. Давай тогда ты вниз не селишься, я вверх не селюсь. Лево-вправо, я вниз, ты вверх, как-то так. Шаг влево, шаг вправо. Не, ну смотри, у нас есть два варианта. Ты можешь поставить рядом с апельсинами, а я рядом с чаем, да? Либо просто нигде, не знаю, короче. Там где-ли рядом с чаем тоже хлам. Надо тут, видимо, вообще-то да, город. Там... лучше с моей стороны место. Или может этот выше. А здесь сюда. Так вообще. Ну я тут не хочу ставить город. Он ровный, тут нет ни одного холма. У горы на самом деле хочется. Какой прикол здесь ставить город. Тут неплохо, и тут не меня справа есть нормальное место. Я туда поведу город. Это точно. Проблема в том, что у меня река. У нас одна река, короче, на двоих. Вот. А, и над столицей, над моей, она, в общем-то, заканчивается. Короче, Арчи, я здесь построю. Так, давайте прачника, а потом нет. Поселенца сразу.
наоборот, давай быстрее, там уже эти войны орлы. Полкругом с нами ждут жертву. Уже корпуса причем. Танков. Сразу. Робот. Ну, это инопланетная просто помощь, да. Как в этом, в Beyond Torture, можно выбрать колонистов? Вот это, типа, это. Может, тут где-нибудь поставить как-то так? Ну, еще рынка. А что я взял? Ускорение каменной кладки. Здорово, как раз у меня камней нету рядом. Я, пожалуй, обработаю эту пшеницу. Нефрит тут. Видишь, как много у меня польдеров? Прям не пройти. Ну вот. Не вижу пока. Три. Это потому что их нет. Ага. Понятно. О, лагерь. У тебя есть тут воин? Я думаю, мы прям можем запинать за два хода. Я не спешу спасение, просто потому что у меня нету еды. Расти быстро. Но вообще у меня есть куда города ставить, слава богу. Вопрос, конечно, еще в соседях. Кир, некрасиво забирать моих воинов, которых я убил. Он сам от меня убился. Ага. Ну, лагерь я заберу. Так, ну давайте, поселенцы. Ну, забирай. Так, где же тут? Ну, сначала я, наверное, сюда поведу город первый. Вот с этим надо будет думать и, собственно, с тем, сначала который ЖКГ здесь. Сначала ходят, потом по оружию. Вот здесь хороший город, Сторос Дель Пайна. Правда, он только один вот эту, одну эту... Все остальное на еду. Ну, хотя нормально, там что-то слева есть у меня место. Ну, давай тогда просто не ставим здесь. Ну, все, он удваивает, удваивает эти базовую продукцию клеток, которые рядом. Создание строителей. Ну, пока ничего не меняю. О! Можно будет пантеончик сразу взять. Так, слушайте, я тогда поменяю. Будем из столицы в столицу отправлять, чуть ли не первый караван. Строителей пока не надо. Надо только и разведать тебе. Варвары. Какие-то свинки розовые. Это вот мои красные друзья. Выбрали за меня стратегию в три воина вначале. Тут еще сверху, кстати, можно будет нормально поставить. Причем у меня один воин убегает, за ним гонится два скаута и недобитый воин варварский. Кумари Кандам, название континента. Так, что возьмем? Есть что-нибудь на пшеницу? Бананы. Границы быстрее расширяются. Ну, тогда давайте... Ага, искру божью уже кто-то взял. Рудники на стратегических ресурсах, пища от лагерей, культура от пастбищ. Ну все как-то, давайте тогда, чтобы быстрее границы росли, это вот в шестой цивит никогда не плохо, потому что очень медленно
Растут границы почему-то. Один хп у Вейна. Великий герой. Я, пожалуй, не буду драться. Еще одно чудо, кстати. Озеро Редба. Оно само по себе дает два золота. Нарываешься, что ли? На что? Блин, тут варвары не в тему. Будет тяжеловато почело вести. На что нарываюсь, я не понял. На забей. Блин, интересно, конечно. Я как, вроде как бы и в центре, но меня почему-то до сих пор никто не нашел. Хорошо, ну, видите, то есть не видно тут особо рядом ничьих границ, столиц. А, ну у тебя тоже слева должно быть много места, да, Сунь? Потому что я вижу. Ну как, не очень. Я тут сосед еще есть, блин. Где? Внизу. Так, вот тут мне город точно нравится. С этим местом давайте думать. Я, может сюда повыше. Чтобы побольше пшеницы было. Подтормаживание. Ну. А вот здесь как лучше ставить? Наверное, вот сюда. Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Если вы сомневались, заходить ли в игру, потому что вы там ничего не поймете, то сообщаю, что разработчики улучшили обучение, добавив кучу пояснялок с картинками в формате комиксов. Да и развитие теперь ускорилось. Так что заходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и используйте кодовое слово «Лёша играет». Да, варвары тут бегают. Это перс? Угу. Чё-то не пойму, у меня такое ощущение, что я вроде как бы и в центре, но меня почему-то никто до сих пор не нашел. Ну, я знаю, что я точно не с края, просто у меня дофига земли справа, дофига слева. Но я тоже никого не нашел. Что-то всем насыпало место, что ли? Ну да, у нас тут столица, 8 мест. Значит, да, насыпало, да. Мне не насыпало. Ну, у тебя ацтеки, тебе пофигу, я так понимаю. Так, я хочу смотреть, чтобы тут никто не шел. Перс, это там внизу столица, да, по Хадматанам у тебя? Что-что? Говорю, это у тебя под Хадматанам столица уже внизу, да? Под Эктабаной столица. Угу. Сейчас Буэнос Айрес будет. Куда ты еще планируешь селиться? Ну, я тебе скажу больше, так, у меня никого. Слева и снизу море.
Не, я понимаю, что у тебя может быть и море, но... Нет, в твою сторону только стелиться. Так в мою некуда больше селиться. Ну вот справа от Ботаны. Справа, ну, наверное, да, там горы такие, что мне туда город нет смысла вести. Все к тому, что куда ты... Ну вот у меня туда два влезет. Ну хорошо, я как бы не против. У меня просто реально вариантов больше нет. Понимаю. Так, ну подождем еще раз, долбанет. Просто я можно за эти забрать. Горы не хочу вылазить вниз. Но я направо вниз, вот справа вниз я поставлю. На северо-востоке. Город на речке. Ну, за горами, что ли? Через северо-запад. Да, да. Ну, за горами я туда, наверное, где-то не зашел, что даже не знаю. Там так столько места прям хорошего на самом деле. Ты мне вот слева только пароход на материк оставь какой-нибудь. Где так хорошо? Город бонус для кампусов. У меня только без воды немного. Вот здесь вот слева. Ну где сахар что? Да. Ну ты это четвертый радиус от столицы, я тебе не дам это место, ты ж понимаешь. Ну я оттуда еще не доселюсь, как бы ты туда явно быстрее поставишь. Ну я к тому, что ж нет смысла расселиться, так сказать. Ну давай вот горами разделим территорию. Давай. Ну чё, не проткавал? Я не против. Нет, я ещё постою здесь. Просто ставить мне там город, наверное, нет смысла. Ну, как-то слишком с этим... Не дефовый город копьём получится. Разобраться. Так. А, тут японец уже живет. А что это за прикол? Такой. А, это Токио, я понял. Японец, это ты справа снизу или справа просто? Справа. Я тебе метку поставлю, где я город буду ставить. Ну ты, наверное, понимаешь, где я буду ставить город, да? Где на апельсинах? Да. Смотри, где горы и апельсин, да? Надо да, японца да. Погромче сделать. Кстати, еще можно по... Что я нашел? По лояльности смотреть, что нигде нету никого рядом. Еще никто города не ставил. Что, Грей, ты меня нашел? Жалко. Так, я что-то все иду. Прощника построю. Ну, ГГшки есть, наверное. Мы тут, мы ты тут. Знаешь, я нашел две ГГшки только. Сюда, иди, мы тут. А что мы будем это? В какого бога мы сегодня верим? С моими друзьями. А что там? Да вроде еще никто не заложил. Это тебе кажется. Вот тебе ответ. А-а-а. Блин, вышел в нормальную эру. Плохо. Сейчас подумаем. Увидел метку, отлично. Ну вот куда он встал, блин? Было показано, сюда будет идти, пошел сюда. Да-да. О, отличный. Так получается, недалеко я тоже ее увидел. О, какое-то задание Буэнос-Айреса выполнили. Лагерь, что ли, он хотел, чтобы я разрушил? Ну это классно, он, когда его сюзерен, он дает счастье за ресурсы
за бонусные ресурсы, то есть там за всякие пшеницу, за рис. Они считаются как ресурсы счастья, а для Шотландии это как раз то, что надо, то, что увеличивает бонус шотландский. То есть не 5% я буду получать к науке и производству, а 10%. Отлично. Так. Что у нас? Создание поселенцев. Давайте, наверное, пока поставим создание поселенцев. Что я планирую еще одного как минимум сделать. На 4 хода. Так, и назначаем Магнуса. Грей, убери. Ага. Стерлинг. Блин, конь. Ну, трындец просто. Просто трындец. Конь очень больно бьется. Иди. Ну что, конь вполне может меня эту... Ну да, это варвар сбегал. Сейчас еще может один конь перебежать. Варвар сбегал, сообщил. Ну вот, ты тоже как... Тебе еще один конь. Нормально. Нормально, такая хрень. Ладно, отправлю все к нам. Потому что... Он как раз религию мне принесет. Какую-то фигню ты. Не, то, что он фигню взял, тут я, да, оценилась. Почему фигню? Почему? Почему ты фигню взял, действительно? Грей, да. Давай договоримся, что ты больше фигню не будешь брать. Вот у тебя еще два верования, у тебя есть шанс исправиться. Исправиться? Мне реально больше мне сейчас. Что ты взял за фигню? Два коня вполне могут убить прачника. Ну, правда, у меня, конечно, плюс 5 бонус против варваров все-таки. Но он вот здесь стоит на пшенице. Очень опасно. Фуф. Пока стоим. Японец, я вот здесь так, вот. Так, стрельбу из лука ускорили. Я вижу. Ну, я тебе просто метку кидаю. Нормально? Нормально. Нормально. Так, давайте мы что-нибудь... Четыре хода. Мне бы, конечно, культурки взять еще. Мне очень не хочется убивать этого... тогда с двух сторон сможет конь атаковать. Блин, теперь это Стоунхендж лично будет. Помни, кто отойдем. Построил Стоунхендж. Я лучше бы забыл. Блин, я пойду сюда никогда. Пока ставить этот как город, так-то? Потому что сюда так, не вот пройти. Так, вот так. Блин, блин, блин. Вот всего лишь один скаут сообщил о нашем окружили прибытии демона, и уже убили. Вторую прокачку. Очень все нехорошо. А вот был бы это воин, он бы убежал, как у меня с одним хп.
Так, давайте лояльно смотреть, что никто нигде. Ага, вон испанец внизу. Ну это не точно. Внизу испанец поставил город под Буэнос-Айрес. Ну он далеко. Он далеко. Да, что там? Блин. Конный лучник. А лечить? Я не могу, потому что его тогда точно убьют. Ребят, скоро игра закончится вообще. Почему? Ну сейчас меня вынесет Арчи и, соответственно, и опять начнется эта хренотень. Арчи, что там? Ничему не учится тебе жизнь, Арчи. Ну просто я же сказал, что он просто всем испортит игру. Все нормально, нас 8 человек. Что ты там делаешь, Арчи? Да какой 8? Я хост, он меня выносит. Вы пытаетесь загрузить. У вас нет, ничего не получается. Нет, восьмерых обычно работает. Тогда просто 10. Михаил, а как насчет армию строить вот это? Вот это вот. Не, в том-то и дело, что я строенный, я не могу ничего сделать против него. Против его этих. Против роботов? А ты за кого играешь? Против Я за Испанию против этого ацтеку. Выходи во всадников. Да у тебя нету лошадей. Он просто помнит твои обещания отомстить. И все, теперь навсегда превентивно ликвидирует угрозу. По-моему, как бы эти добные дуболом отбиваются луками на ура. Ну, вообще-то, если мне покажешь, что, Михаил, у тебя армия больше, чем у Арчи. Ну, я не знаю, чем он паникует, я рабочих пофармил. А, ты вместо КГшки к нему, что ли, пришел за рабочими? Тоже вариант. Один скаут. Так, давайте-ка мы вот эту клеточку прикупим. Блин, что клетки уже такие дорогие. Да, а почему мне видно, кстати? Не болей. Да я... Это уже остатки. Остатки. Роскоши. Не совсем роскошь. Ну да. Ну блин, убили все равно мне. Ну твари варварские, просто твари. Пытался все его спасти. Так, ну, надо тогда рабочий. Лучника все-таки построить. Типа не обманываю, да? Угу. Да. Не повезло, конечно. С варварами не словил, не получилось. То есть я так прилично потерял ходов на перемещении.
Давайте, наверное, построю лучника. Лёша, я тебя увидел. Здорово. Я твою клетку увидел. Но я с левой стороны от него поставлю. Отчуда? Что мне рядом? Отчуда? Да. Ну вот, я сюда ставить иду. Чё, Лёша, думает, лучше бы никого не находил, а? А я... Мы ещё не встретились, я просто вижу границы его города. Ну да, это далеко. На самом деле, я ещё хотел сюда поставить. Вот, но тут уже, не знаю, получится, не получится. Грабить начал. Стокгольм встретил. Зрение для письменности надо, а? Чё, Лёш, вот эта вот вторая метка, она очень тебе плохо? Я туда уже веду город, так что... Ты что, ударил раб? Чё ж ты? Можешь не спешить туда. Я как бы не спешу, я тогда хотел не в первую... Только на правой стороне реки его поставишь, ладно? Иначе у меня не влезть туда город. Блин, как они все... Он мне сейчас еще этого убьет. Производство для чудеса в содержании юнитов. Правительственно. Так, я хочу создание строителей. Ну да, будет сейчас убит. Сандра, ты же за Египет, да? Да-да. А мы с тобой дружить будем? Где ты? Я увидел твоего разведа. Слушай, Михаил, вот ты уже первый по армии, а Арчи предпоследний. Может, теперь ты его вынесешь? Что это? Что это было? Месть, она такая. Слушай, Димка, так ты, может, от этого Тороса Дельпайна подойдешь, чтобы мы встретились как-то, нет? Я предполагал слегка поразиться, чем воевать. Там просто лагерь варваров. Мне неудобно воевать. Конечно, неудобно, Ташарчик. Так чё, Сандра? Да будем дружить, если что. А что? Да вот ты хочешь на следующем ходу на клетку, где город ходить.
Озарение для письменности нужно. Да, убил, блин. Ну хватит, ну что вы лезете сюда, ну? Я знаю, это тяжело, но... Еще и конные лучники. Где ты? Что ты хочешь? И век нормальный, блин. Так уж и много хочу. Я реально просто тебя не вижу, а ты говоришь, я что... Я видел твоего разведа. Так. Вот. И... Я не хочу терять город. Я понимаю. Мы, в принципе, значит, можем хотим... договориться. Конечно. Предлагайте мне что-то, создать я копеечку. Уйду с миром. Ну, мне пока это предложить тебе особо нечего. Задание. Ну вы держитесь или что? Я держись. Я как бы держусь, да, я стараюсь. Денег нет, брат. Держись, старший. Где воевать невыгодно, давай мне. Арчи просто давит там авторитетом людей. А, все, ты ушел. Какой авторитет? Просто тут... тут... А, ну ладно. Я просто твоего разведа около Гонконга встретил. Я еще могу тут да, поставить, наверное. О, что ты где-то там. Ну, мы будем города... дружить, не переживай. Кстати, еще ну, ты сейчас на следующем ходу увидишь границу. Тут. Хорошо. Тут еще, наверное, смогу. Так вот вокруг столицу окружить. Есть рядом? Сразу где большим ты? Количеством городов. Кира какой-нибудь. Нет, не нашел ни одного. Только с варварами этими надо как-то разобраться, потому что это просто жопа. Сейчас он еще эту разграбит. Пшеницу. Просто трындец. Отлично. Так, ну открою политическую философию. Это лагерь поставлю... между нами. Слушай, это надо немедленно уничтожить. Это надо немедленно устранить эту проблему. Я могу подойти через два хода. Ну, через три. 911. Блин, письменность открыл, да? Или я ее ускорил? Как сразу все отключим. А, я ускорил, нет, отлично. У меня тоже нету. А их нет просто, да? Чего что-то скрывать там. Михаил, рад то, что надо. Тем более я получил... Нет, не получил от Стокгольма. Он поменял, что ли, задание? Блин. Еще. Так понимаю, еще... Индонезиец, по-моему, это не поставил там город. Ну все, слава богу. Добил я варваров, можно вести город. Ставить спокойно. Так, одному посилу я могу купить. Вообще, наверное. А, нет, 340, это дороговато. Грей, мы, получается, вот здесь вот не селимся, да, что? Вот под, между Амстердамом и Градетом этим. Ну, наверное, но у тебя есть какие-то варианты? Ну, у меня, получается, 5 городов стоит. Ой. Очень криво, конечно. Я, наверное, снесу гранаду. Возможно, снесу ее и поставлю там просто город. Вот еще такой есть вариант. Ну там где? На реке, снизу или где? Слевее, наверное, даже. Да, потому что я там буду, наверное, под акведук ставить город. Я не знаю. Вот смотри. Видишь сахары и коровы? Угу. Вот я хочу поставить город там. Для тебя это будет же нормально, правильно? Ну да, чё я... Ставь уже. Отлично.
может, мне тогда сверху поставить над краном? Поставь. У тебя есть там место? У меня просто снизу Кир, справа японец. Ну, тут снизу слева Кир, справа снизу японец. Ну, то есть я вот реально по центру. Проект Пила будет, походу, это я. Не, это же для Египта, наоборот, самое идеальное место. 500 голды вход на распишитесь, заберите. Ну, возможно, конечно, но я пока что-то... Что-то очкую, да? Да, что-то мне... Все... Пока все улыбаются, но... Улыбаемся и машем. Потом все может пойти не так. О, блин, я же могу кораблик. Кораблики. Надо поселенцев еще сделать. Значит, во-первых, надо вот сюда. Это точно. Кто-нибудь не в нормальной эпохе. Из тех, кого я встретился, в обычной. Ну вот. Такая же ситуация. Слава богу, все в обычную вышли. Меня понаходило много и... Я, блин, два чуда нашел. Первый пантеон есть. Там, смотри, караван возвращается, а этот... Ну а чё, я бегу как могу. Храм Артемиды. Он дает 4 пищи, 3 жилья. Что у нас из ГГшек будет жить, а что умрет? Каждый лагерь, пастбище и плантация в пределах. Думаю, Ганкона будет жить. Лагерь. Японец, у тебя как? Соседи твои умирают? Да нет, там какие-то они. Ну, я могу убить кого-то, если надо. Ну, не, я убиваю. Построю. Не надо, да? Что мне нужны города. Чем тебе города? У меня нет места. Вот два города, нормально стоят. Да, еще три. Действительно, куда еще у городов фарм? Много уходишь. Не так. Кстати, вы знаете, что храм Артемиды немножко... Он же... Раньше он разве был 4 клетки? По-моему, 6 клеток был радиус. Нет, 4. Нет, 4 был. Да, ну тогда... Я думал, его немножко уменьшили. Вот и поговорили про храм Артемиды. Так. Что он тут уже спамит этих? Да. Именно. Кир, сделка, да, нет. Ну, надо обработать железо, будет купить эту клетку. Строители этих дострою и
на поселенцев карточку еще здесь, значит, город. Надо вот тут сверху посмотреть. Еще, кстати, и сюда вполне город встает. Между прочим, раз, два, три. Да вот сюда прям. Что у нас тут с лояльностью? Нету никакого влияния даже рядом. По поселенцу. Ну вот, вот сюда я хочу, например. Нормально, город встанет. Ну, правда, опять же, сначала лучше вокруг столицы расставить. Караван, интересно, выбрал путь. Кольцевое движение, видно. Нам понравилось. Заметил? Ну да. Нет, не играет. Нет, нет. Сволочь. Так, ну возьму сначала олигархию. Лучше бы ты воинам караван прикрыл. В итоге. Возможно. Возможно. Да ладно. Он успел раньше поставить. Ну тогда мне придется сюда ставить. Блин. Хочу эти клетки выкупить. Но у нас явно завязочка с Индонезией. Все, рост сразу в городе закончился. Явно завязочка с Индонезией. На самом деле, самая жесть получается, что если это внутреннее море, то пройти направо никому не вариант. Не получится банально. Да. Я же говорю, что это трэш. Центр коммерции вообще без бонусов в столице получается. Так, надо этот лесок еще будет вырубить. А, Димка, это ты здесь? Да. Трэш, да? Забавно, да. Злобный Антон на Риву купил клетку. Мне придется его за это уничтожить.
Так, этот вырубит. А вот смотрите, Димка, у тебя кто сосед? Шотландия. И все? Пока больше никого не встретил. Дело в том, что Арчи с другом живут на острове, походу. Но они, я так понимаю, воевали, не разведывали. У нас война за остров. Нет, так в том и дело, что у них война за остров, потому что, Грей, сверху есть проход слева, сверху слева, куда-нибудь? Нет. Нету. Слева потом идет вода. Кир, возле тебя снизу и слева вода, правильно? Без проходов. Да. Без Под проход. Японцем снизу справа вода? Да, да. Вот. И получается от Гонконга вот эта клетка, на котором ты поставил город, это переход к тебе, Димка, туда. К вам с Лешей. Ну да, а получается. А ребята вдвоем на острове вообще. Там четко остров. Да нет, вообще-то снизу от меня испанец с ацтеком. Какой остров? О-о-о. Я же говорю, неплохо. Они просто не разведали нормально. Понятно. Ну, понятно тогда, понятно. Все тогда с вами ясно. Да, все с вами ясно. Ну, получается 4-4, то же самое, что и в прошлый раз, когда играли. Димка, там есть что-нибудь интересное? То можно пройти или не надо? Ну, ко мне, во-первых, ты не пройдешь. А там, типа, за городом не пройти? А как ты перейдешь через город? А, ну там тоже справа. Я не вижу клетку справа, там тоже вода? Над железом. Нет. Там вопрос в другом, что ты не сможешь сквозь него пройти. Даже не, ну если справа от него не вода, то почему? Справа, нет. Вот справа от города совсем справа вода. Вода. Да. Все, вопросов нет. Так, ну тут жилья немерено, мне тут не надо обрабатывать ничего. Хочу. Всегда научные ГГшки отсутствуют. Следовать. Одна есть. Там, где куда не пройти, да? Да. Какая радость. Некрасиво получилось. Сандра, ну что поделать? Ну, такая карта, иди не делай. Да. Везет нам сегодня с такими картами. Ну, сюда точно город нормально ставится. Вопрос вот. А ты когда будешь? Это вот моя территория заниматься, блин. Там что производить? Гранаты. Да. Я думаю, в ближайшее время. Я вот это сейчас апну, наверное, лучников и пойду надо, снесу. Наверное... Загляните на consolewar.ru, а на этом пока все. Продолжение будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.